Благотворительный фонд «Ива» организован одной из крупных ивановских компаний. Активисты помогали высаживать деревья на новой набережной между Соковским и Самойловским мостами. В этом году привлекли профессиональных дизайнеров и разработали проект реконструкции главной площади Иваново – Пушкина. Начать планируют вот с этого треугольника. В пятницу здесь за счет спонсоров посадили первое дерево – красный дуб. Нашей семье очень приятно помогать любимому городу и делать его красивым и зеленым. Всегда гуляем здесь с детишками, и приятно смотреть, когда много деревьев, цветов. Регулярно стараемся помогать. Дуб должен стать доминантой зеленого пространства. К сожалению, из-за наличия подземных коммуникаций больше деревьев на площади не посадишь. Кустарники – оптимальный вариант. Ухода не требуют, достаточно обстригать два раза в год и поливать жару. Предполагается высадить большие массивы кустарников, пузыреплодника и кизильника. Это такие кустарники с яркой красной, желтой, зеленой листвой. В этом году, да, часть вот этой территории, этот такой центральный большой кусок площади Пушкина уже будет более зеленым. Поучаствовать в финансировании проекта может каждый. Для этого нужно зайти на сайт фонда «Ива» и пройти по ссылке. В долгосрочной перспективе фонд планирует благоустроить всю площадь Пушкина. Марина Зейна, Сергей Тютин, телекомпания «Барс».